И все-таки, где же у него эта кнопка? Кто все же в итоге сможет остановить этого парня? Добрый день всем любителям дартс! Вас приветствует Uncle Sam. И мы вещаем наши репортажи из клуба «Лабиринт», город Новоуральск, где в рамках турнира «Осенний марафон» у нас стартует третий отборочный тур в игру «Набор очков». И в финале речь шла, конечно же, о вот этом молодом человеке, которого уже наверняка узнали завсегдатай моего канала. Для тех, кто впервые оказался на моем канале и решил посмотреть, во что же играют в дартс, какие игры, я вам представлю. Сейчас в рамках разминки у нас играет Александр Озеров. Он на ваших экранах прямо сейчас. Мы видим, что он наградил сухарями в 1/4 и в 1/2 финала пару соперников. И сражаться он будет ни с кем иным, как с капитаном новоуральской сборной. Александр Щетников в черно-синей футболке также на ваших экранах. И начнет он игру эту первым. Нечасто он у нас попадал в финальные поединки в рамках осеннего марафона, в отличие от молодого Александра, который в свою очередь не оставляет соперникам ни единого шанса на успех, по крайней мере до сегодняшнего матча. А как сложится этот поединок, мы с вами и понаблюдаем. Игра «Набор очков» заключается в простых правилах: бери больше, кидай дальше. То есть если в течение 10 подходов ты набираешь больше очков, чем твой соперник, ты побеждаешь в первом леге. А игра у нас сегодня будет длиться ровно до 2 побед. Согласно правилам турнира, вот такие быстротечные и захватывающиеся поединки. Понаблюдаем, что покажет тот или иной игрок. Вот капитан, начиная с нижнего сектора, уже 2 подхода туда совершил. Пока что действительно остается только разводить руками. Результаты весьма плачевные. Озеров обстрелял все 3 сектора наверху мишени и 2 утроения зацепил таки. Сразу же ощутимый перевес, чуть ли не более чем в 2 раза. Довольно-таки вальяжно чувствует себя Александр, младший который. Оба у нас играют Александра, поэтому будем называть их по фамилиям. Либо старше, либо младше, либо Щетников, либо Озеров. Вот так вот сразу же. 2 утроения в сектор 60, вернее сектор 20. Мы видим от капитана, чем ответит Озеров. Стабильно держит сектор. Все равно пока что преимущество на его стороне. После 3 подходов лидерство. Так что, видя по тому, как играет свой соперник, Александр уже знает, сколько ему нужно будет набрать. И в зависимости от этого играет либо агрессивно, либо просто на удержание сектора, что тоже немаловажно в игру «Набор очков». Снова стабильно, видите, как держит Озеров этот сектор. А вот Александр Щетников иногда спускается в 19 сектор проверить на прочность утроения. 81 после очередного подхода. И уже хорошее преимущество. Действительно, с Озеровым просто так не поиграешь вальяжно, как в отличие от других соперников. По крайней мере, судя по тому, что творится у нас в рейтинге. Рейтинг у нас составляется именно этого турнира конкретно. По итогам каждого отбора. Неужели 180 будет? Wow. Потолок выбивает капитан новоуральской сборной. Вы посмотрите. Действительно настроился на игру с самым серьезным соперником. Не лишним фактом будет, кстати, напомнить, что Александр является в новоуральской дартс-лиге самым высокооплачиваемым игроком. Больше всех он призовых уже успел нарубить, что называется. Хотя начинал, в отличие от Щетникова, гораздо позже. Новоуральская дартс-лига у нас образовалась в 2017 году. И вот с этого момента Александр Озеров и начал стартовать только в конце года. Хотя Александр Щетников у нас присутствует с самого момента зарождения дартс в Новоуральске. Именно поэтому он, собственно, и является капитаном новоуральской сборной. Ощутимый перевес у него по очкам. Более 200 очков, возможно, как раз за счет тех 180, которые у него получились в 6 подходе. А вот Озеров что-то как-то чуть-чуть приуныл, похоже, уже как-то не совсем активно действует. Я имею в виду, попадая в утроение, уже начал через булл, он смотрим играть. Это уже говорит о том, что игрок не верит в то, что он сможет победить конкретно в этом леге. Видимо, делает ставку все же на то,
чтобы агрессивно сыграть уже в двух оставшихся, потому что там уже проигрывать будет нельзя, и это любая ошибка будет фатальной. Поэтому сейчас, мне кажется, Александр чисто формально доигрывает этот лег. Хотя вот сейчас мы наблюдаем от сотню в его исполнении. Может быть, все-таки на удачу на какую-то рассчитывает. Последний подход остался у игроков. Если 180 будет от Озерова, то Щеднику можно не будет не позавидовать. Вот сейчас два промаха каких-то совершенно неожиданных. 22 очка упадает Александр. Только 180 спасут Озерова, может быть. Нет, даже не 180 не спасут, обсчитался я уже. Уже не глядя бросает Озеров мишень. Первый лег проигран, но все равно не сходит улыбка с лица Александра. Все-таки весьма уверенно он чувствует себя в этой игре. Соперников всех в Новоуральской дартс-лиге он уже знает наизусть. И, возможно, сейчас будет на счет показывать то, что все от него и ждут. Первое утроение есть. И сразу же действительно 140. Максимальная концентрация в исполнении от Александра. Продолжает улыбаться молодой игрок. Нисколько не теряет уверенности в своих силах. Чем ответит капитан? Есть одно утроение, но соседнего с 19-м сектора. Это всего лишь 47 очков после очередного подхода. Весьма скудный набор. Александр вот уже начал подпрыгивать. Говорит о том, что недоволен своим броском в кои-то веки. Потому что все-таки, если капитан оказался сегодня в финальном поединке, это говорит о том, что набрал весьма неплохую форму. 87. Два подхода, и вот начинает сокращать отставание. Один максимум уже был, так что не исключено, что и второй максимум последует в исполнении капитана Озеров. Еще и дротик отскакивает. Вот это прямо подарочки так подарочки. Хотя еще до Нового года, в принципе, далековато. И не время дарить. Но вот так вот получается. Сыграл лишь всего лишь двумя дротиками Озеров. Щетников вновь опускается в 19-й сектор. Я все утроения зацепил, кроме самого нужного. И возникли проблемы с подсчетом. Немножко действительно нестандартная комбинация. Нечасто игроки попадают в разные утроения, а именно не туда, куда хотелось бы. Утроение. Сотню штампует Озеров. Который раз уже за сегодня. Второй раз, по-моему. Все-таки один раз было это 140. Ну что, картина у нас чем дальше, тем отчетливее вырисовывается преимущество молодого игрока. По-прежнему уверен в своих силах, всем своим видом демонстрирует соперникам, что вы играете как можете, а я играю как захочу. И вот, видимо, раз в первом леге не очень-то и хотелось, если в самом начале не полетело, то во втором мы видим существенный перевес уже на экваторе дистанции второго лега. Даже зацепив утроение, все равно Щетников не смог приблизиться к юной звезде Новоуральска. Чем ответит Озеров? В 60 стабильно держит все-таки верх мишени Александр. Капитан. Фокус на 19-м секторе. Ну что, все выше и выше кладется. И прям в притирочку втыкается третий дротик. Абсолютно не желая попадать в область зеленого утроения. Озеров мотает головой, действительно опять что-то у него не получается с броском, но все-таки сотню очередную он зацепил. Что-то показывает ему маркер, видимо, о том, как фиксирует рука, недостаточно гибкая во время броска. Все-таки игроки Новоуральского дартс-лиги по-прежнему продолжают учиться и тренироваться, стремиться быть совершенными мастерами этой игры. И снова отлетает дротик. Всего лишь одним дротиком сейчас играет Озеров против Щетникова. И выбивает 20 очков. Фантастика. Вот сейчас бы просто два утроения, и все можно изменить кардинальным образом. Для Александра, старший, который на ваших экранах сейчас, два раза не получилось 19, решил проверить на прочность 20. Тем более 20 не поддается натиску от капитана. Озеров, еще одно утроение. Вторая сотня. Или уже третья за этот лег. Перевес, конечно, колоссальный.
Думаю, при всем уже мастерстве Александра Щедникова мы, скорее всего, перейдем в решающий лэг. Десайдер. Существенно, потому что весьма отставание. Остался последний подход. Даже 180 не спасут капитана. Да если сейчас от Озерова будет утроение, то это действительно фатальный подход. Но стабильно все-таки держит молодой игрок 20-й сектор. Тоже чисто для... Чистая формальность. Для протокола бросает сейчас Щетников в 20-й сектор. И не может никаким образом его зацепить. Дротики летят куда угодно, но не в цель. Видимо, разнервничался капитан у нас немножко. Решающий лэг. Небольшая пауза. Сделана обоими игроками. Действительно, не мешает попить водичку. На соседних мишенях у нас тем временем завершается розыгрыш оставшихся мест. Потому что в турнире осенний марафон, как и в турнире Darts Лига НДЛ, видео из которого, из этого турнира у нас также есть свежее на канале, можете посмотреть. Все места разыгрываются, начиная от самого первого, заканчивая самым последним, а именно 12-м местом. Неожиданно решил играть через дабл капитан. Александр посмотрел, видимо, в смартфоне, каким образом нужно играть решающие леги. Успевает еще отвлекаться от игры. Вот, возможно, это и сыграло с ним злую шутку. Второй дротик летит мимо цели. И есть отставание. Хотя еще 9 подходов. Решающий лэг не то время, когда нужно отвлекаться. А наоборот, сосредоточиться максимально на том, что ты делаешь. И вот Александр Щедников у нас показывает хороший результат после второго подхода. 95. В игре набор очков, в принципе, достаточно кидать хотя бы один раз в утроение, но в каждом подходе. И победа не заставит себя ждать. Александр Озеров устремляется в погоню. Чуть-чуть сокращает разрыв. Сейчас у нас с каждым подходом будет усиливаться напряжение в матче. Потому что для капитана все-таки принципиально победить молодого игрока. Если раньше, еще в 2017-18 не возникало никаких сомнений, кто победит в этом поединке, то сейчас уже, естественно, Александр Озеров является фаворитом этого матча. Но сможет ли он одержать победу? Как видим, уже легко у него это не получилось. Блицкрик. Первый лэг он даже проиграл. Причем с большим отрывом. Сейчас у капитана чуть-чуть не задался подход. Что придумает Озеров? И опять дротик отскакивает. Уже третий подарок для Александра Щетникова в исполнении молодого игрока. То одним, то двумя дротиками играет. Фантастически. Как он при этом еще умудряется выживать со столь серьезным соперником? Ну что, будет утроение? А, решил играть все-таки через 17-й сектор? Возможно. Или мне показалось? Озеров снова атакует двадцатку. Второй уже там. Wow. Третий туда же отправляет Александр. 140, весьма кстати. В третьем, в решающем леге. Сразу же вырывается вперед. Экватор мы решающего лега только что перешли. Александр без утроения обошелся на этот раз. И ситуация становится угрожающей. У Озерова-то есть еще один подход в запасе. Что, снова стабильно держит двадцатку. По-прежнему не ошибается. Не ошибается Озеров, но тем не менее недоволен, что нет утроений. Есть над чем поругаться, покритиковать себя. И когда турнир закончится, остаться на дополнительную тренировку. То вверх, то вниз. Бросает Щетников. Ни там, ни там. Результата не видно. А результат в этом матче это является лишь утроение. Только так можно выиграть лэг решающий и тем самым одержать победу над своим конкурентом. 43 от Озерова. На соседней мишени у нас завершился решающий поединок тоже между Озеровым Сергеем и Эдуардом Щеколевым. Решающий лэг они закончили с разницей буквально в 4 очка. Победил 738 на 734. Фантастика. Вот с такими весьма внушительными результатами у нас побеждают игроки.
Приходится бороться в каждом леге, за каждый дротик, за каждое утроение. Отставание буквально небольшое, но у Озерова есть запас. Возвращаемся в наш матч 60. Стабильно все-таки, в отличие от Александра Щетникова. Озеров держит двадцатку. 19-й. Атака на него. То вверх, то вниз. Мне кажется, все-таки Щетникову стоило бы подумать над большей фокусировкой на каком-то одном из секторов. Потому что дротики то туда, то сюда. Ну и Озеров последовал его примеру. Вот так вот они третьими дротиками спасают, вытаскивают себя из удручающей ситуации, куда они сами же себя затащили в первых двух бросках. Интересна тактика борьбы, конечно. Не знаю, как она на всем этом отразится. Ну что, последний подход. И Александр Озеров уже празднует досрочно победу. Сейчас лишь простая формальность для того, чтобы оформить чемпионство для протокола, потому что даже средний набор влияет на расположение в рейтинге. Хотя у Александра уже столько очков, что, возможно, никто его уже не догонит. Даже вот на такой трюк пошел Александр и с колена поражает утроение 18-го сектора. Добивает, так сказать, уже лежачего капитана. Поздравляет все-таки за участие в финальном поединке. Ну и мы поздравляем Александра Озерова с очередной блестящей игрой. Третья победа подряд. Своеобразный хэт-трик в турнире «Осенний марафон» оформляет Александр. И тем самым став безоговорочным лидером этого самого турнира. Но у нас еще все-таки будет три отбора. И кто же дойдет к финишу первым, узнаем уже совсем скоро. Ну а на сегодня все. Adiós, amigos.